В честь этого праздника в Севастопольской бухте и в других местах базирования российских боевых кораблей сегодня состоятся зрелищные торжества. Во Владивостоке они начались с возложения венков к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на корабельной набережной, но продолжились с военно-морским парадом в акватории Амурского залива, театрализованным представлением об истории российского ВМФ и выступлением морских пехотинцев, которые сымитировали захват лагеря диверсантов на морском побережье и спецоперацию по освобождению заложников на торговом судне. Особенно зрители впечатлились, когда десант морпехов высадился на берег. Показательные морские выступления сегодня дают также в Балтийске, Североморске, Астрахани, Санкт-Петербурге. Всего в парадах на главных базах российского флота задействовано около 200 кораблей и судов. Но завершится празднование концертами, ну и традиционным салютом.